В России на продажу выставили эксклюзивный суперкар Mercedes-Benz SLR McLaren. На Автору появилось объявление о продаже редчайшего Mercedes-Benz суперкара SLR McLaren. За экземпляр 2005 года выпуска владелец намерен выручить 50 миллионов рублей. За 16 лет суперкар проехал 28 600 километров. Отмечается, что этот Mercedes-Benz SLR McLaren хранился в частной коллекции. Однако за эти годы автомобиль успел сменить 5 владельцев. Кузов суперкара окрашен в черный цвет, а салон отделан высококлассной красной кожей. В качестве силовой установки на SLR McLaren используют V8 рабочим объемом 5,4 литра, мощностью 626 лошадиных сил. С места до 100 км в час такой автомобиль ускоряется за внушительные 3,8 секунды, а его максимальная скорость составляет 334 км в час. Автомобиль был разработан концерном Daimler в сотрудничестве с компанией McLaren Automotive, которая осуществляла сборку модели с 2003 по 2010 год. Всего было произведено 2157 экземпляров SLR McLaren в кузовах купе и родстер. Сообщается, что за последний год на Автору как минимум 3 появлялось объявление о продаже Mercedes-Benz SLR McLaren. За купе просили 85 миллионов рублей, а несколько позже ценник составил 72 миллиона рублей. Не исключено, это был один и тот же автомобиль, а редкий родстер продавали за 60 миллионов.